Айо, народ! Приветствую вас всех на канале Базука. Сегодня расскажу, где взять вот такой замечательный нагрудник. Доспех могильной птицы чернокнижника. Вот ее характеристики. Также описание. Повышает урон от атак в прыжке. Этот доспех. Но также в игре имеется полный сет могильной птицы. Об этом я расскажу в следующем видео. Сегодня мы будем искать именно доспех могильной птицы чернокнижника. Итак, сейчас мы находимся на благодати руины Мурта. Отсюда нам нужно будет доехать вот до этого озера. Так что берем лошадь, поехали. И здесь берем левее, вот нам нужно в ту огромную большую пещеру. И мы попадаем в прибежище Рауха, здесь сразу будет благодать. Активируйте ее, называется она «Привал у древних руин». И от этой благодати нам нужно будет прямо проехать до вот этого замка. До вот этих вот развалин. Здесь, кстати, можно подобрать будет карту этого региона. И перед этими руинами поворачиваем немножечко направо. Уходим. Здесь будет еще одна благодать. Руины города, храма. И от них... Едем уже вот сюда, к большим вот таким вот колоннам двум огромным. И берем левее всегда. Всегда берем левее. Между птиц. И вот здесь, вот у этого алтаря будет сидеть труп. На трупе как раз таки будет лежать этот доспех. Спасибо всем, ребята, за внимание. Обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайки и делитесь этим видео со своими друзьями. Всем пока.